Так, ну чё, пастырь, какое ты нам задание дашь-то, а? Господь укрепит его на одре болезни его. Укрепит, давай побазарим. Все ложи его в болезни его. Не представляешь, как я рад вернуться в Фолсенд. Твоя помощь неоценима. Да-да-да. Рад, что ты здесь. Спасибо. Как видишь, Иоанн Сид разрушает жизни многих людей. Если честно, я не успеваю за ним. Эти люди нуждаются во мне. Они моя ответственность. Но это значит, что следить за сопротивлением стало сложнее. Будет возможность? Проверь, как там свиноферма Вудсонов. Я уже пару дней ничего от них не слышал. Это тревожит. Нам нельзя терять бойцов. Спасибо, незнакомец. Так, добрый самаритянин. Нужно добраться до свинофермы. 1300 метров, офигеть. А поближе не вариант? Все, что разрушили сектанты. Так. Так, я понял, но я хочу здесь взорвать. Серьезно? Да, убегаем, дядьки. Тетьки, давайте уходим, уходим, прячемся. Все? Не, ну там сейф был. Мне его надо взорвать, чтобы открыть. Поэтому сорян. Так, что там? Куда нам там надо? До свинофермы. Ага, значит, на главную дорогу. А, вот, в принципе, по прямой. По дороге. А там рядом и это есть. Завод Гринбушей. Или Гринбушей. Это аванпост сектантов, мы его освободим. Так, а сейчас пока заберем мы, наверное, тачку. Она где? Тут ее забирать или не? Магазин. Так, мастерская. Так, нет. Нет, нет. Во! Вот эту мне... Хотя, давайте на другой попробуем прокатимся. Так, это все за бабки. Неинтересно, квадроциклы тоже неинтересно, легковые машины неинтересно. Вот лучшее. У нас есть вот такая тачка какая-то 1970 года. Зуг Спиц. Зуг Спиц. Управлять транспортом. Да. О, какая она неоновая, красивая. Вот ночью на ней кайфово кататься. Блин, вообще кайф, а. Мама. А, тут вот. Ну ладно, сразу разобьем лобовуху. Так, по этой же дороге мне надо, да. Прямо по ней. Так. Короче, еще надо ждать вертолетов. Обнаружено новое место охоты. Белохвост олень. Опа-на, что это, конвои? Да ну сейчас я... Да, я понял. Потом. Сюжетное задание, это задание потом. Сейчас пока едем до свинофермы. Помощник, послушай. У нас беда. ИДМщики выехали на Богословие. Так они называют свое чудище. Это ж сраный танк. Они хотят вернуть контроль над дорогами. Наш патруль попадет под этот каток. Им нужна... Так, тихо. Так, сюда, мне направо. Так, еще одно сюжетное задание. Да что ж такое, сколько тут этих заданий-то? Не понял. А вы кто? Так, докинул? Ой, докинул, хорошо. Вот это хорошо. Блокпост уничтожен. Так, патроны мне дай. Снайпер несчастный. С УЗИшкой был. А вот УЗИшку я заберу. Так, а где снайпер-то сидел? Так, гранатомет мне не нужен. Но взрывчатку я возьму. Так, идем до свинофермы, значит. Так, чувак какой-то едет. Так, а это что такое? Опа-на, тихо. Там... Вот
Это кто? А, они уходят. Ну ладно, уходите. Значит, тут обчистим. Я думал, он тут живет. Точнее, она. Просто какой-то патруль. Нам это не интересно. Че? Кто где? Никого нет. А. Да вот. Так, а где пленники-то сидят? Так, один. Пленник вижу. Так, а ему можно бесшумное убийство замутить? Он тут один, да? Так, наверху никого нету? Снайпера какого-нибудь, там еще что-нибудь. Так. Воу-воу-воу, парень, тише, я знаю, ты можешь. А вон еще вижу. Двое. Сейчас подожгу. Подожди, ничего не надо поджигать. Так, сколько? Двое, еще один пленник. Ух ты! Так, минус один. Вроде тихо. Так, а где еще один пленник? А. Так. Не надо никого там сжигать. Так, 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 так. Я понял, там значит еще один будет, да? Так, в кустике обратно. Вот этого хрыча надо завалить. Ага. Теперь вот этого. Ага. Так, этого я напоследок оставлю. Так. Так, тихо. Где моя пушка? Где моя пушка с глушителем? Ты... Тварь! Отдай! Ну и тварь, а. Ну и тварь. Да не надо мне ничего брать. И так уже взял, поменял. Обратит ваше грешное сердце в пепел. Так. Разведем большой костер, чтобы все ваши друзья-грешники увидели. Так, а как мне... Так, тихо. Я хочу взять лопату. Раскройте объятия. О, ножичек и... есть. Пошли! Понял тебя. Тварь, а? А все из-за того, что этот хрыч забрал у меня... Тихо. Огонь тушим. Используем аптечку. Да умрешь ты, гля, какой живучий ты. Так, спас я только одного, значит, да? Сейчас подмога приехала. Тогда тихо, не то. Так, и чё, ты сматываешься, типа, да? Красава. Ого. Я
Так, сильно захватить теперь надо эту ферму. Да, нормально ты под тачку залез. Да я спасу Помогите! Тебя, чувак. Все, спас. Отлично сработано. Я тебя вижу. И вновь все получилось. Ух. Твои успехи воодушевляют сопротивление. Люди находят в себе мужество, глядя на тебя. Ты напоминаешь Давида, победителя Голиафа. Отступай. Блин, пожар! Да, я вижу, что пожар. Из-за этого хрыча, которого я самого первого спас, я проиграл, можно сказать. Так, вы получили метку. Что за метка? Начнем охоту на копов. Группа захвата приближается. Так, если вы это читаете, нас уже нет. Свиноферма Вудсонов официально закрыта. Нам искренне жаль. Но попытки Иоанна Сида захватить нашу землю и его многочисленные угрозы не оставили нам другого выбора. Много поколений наша семья трудилась на благо этой великой страны, и мы от всего сердца благодарим вас за поддержку, но в конечном счете для вас важнее всего безопасность нашей семьи. Для нас. Ага, в общем, Вудсоны ушли и оставили ферму. Так, я не понял, что за группа захвата? Чувак! Давай, нанимаем. Помощник нужен живым. Хватит одной пули с блажью. Начнем охоту. Так, тихо. Мне надо вот так сделать. Пули с блажью вырубят его. Блини, кричи, так, патроны есть вроде. Ага, отлично. Осторожно! Одного выстрела хватит. Так, тихо. Что происходит? Что происходит? Почему все в тумане? А чё не так-то? Чё это было? Меня типа поймали? Я вроде бился как волк Таталова, но у меня это в глазах потемнело, помутнело. Достоин ли он? Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Что за очищение? Что происходит? Мы должны
ведь лишь тогда мы предстанем пред взором Божьим. О. И пройдем через его врата. Что происходит? Сад Эдем. Подожди. Он не готов. Ты чё, козёл? Ты меня убиваешь? Я не пойму. Ты порочишь ритуалы? Бана, братик пришел. Или кто? Нет, это? Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Бочка справа что-то пускает в воду. Какие-то глюки поэтому, наверное. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Он придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Выкуси-ка, как говорится. Ты убить меня ты хотел. Покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Но. Искупление для избранных. И что теперь? Короче, меня поймали. О. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет. Будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах, вы твари! Бана, операция спасения начинается, или что такое? Кто это? О! И не щади их. Вот это нормально. Держись. Да, держусь, только у меня глюки какие-то если жесткие. Если погибнешь, все было зря. Все в цветочках и пушинках. Так, удерживать надо. Так. Так, удерживать, что значит удерживать? А, где ж моя любимая пушка, а? Помощник. Так, там умирает чувак, я вижу. Помогите!
Так, и патронов нет. Вы чё, друг другу ещё помогаете? Да ты что говоришь такое? Так, мне патроны нужны. У меня самый большой запас презервативов. Подойди, прошу. Между прочим, это важно. Так, кому подойти-то? Сейчас, обожди чуть-чуть. Мало ли что произойдет. Я сейчас патронов наберу. Ну ж, подойди. У меня есть мысль. Да подожди ты. Где ты? Им не добраться до бункера. Так, ну чё, давай говорить. Мы не могли с тобой связаться, и я понял, что ты в беде. Рад, что Господь направил меня к тебе. Тебя мы вытащили, но другим тоже нужна помощь. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову ещё людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Так, да, без проблем. Найдите. Кого найти-то? Так, пушки, пушки, пушки. Мне нужны патроны. Так, дробовичок. Нет, нет, нет. О, не хочу дробовичок. Пускай автомат будет. Так, а здесь, по-моему, была снайперка. Если я не ошибаюсь. Ну вот, с прицелом есть, отлично. Пусть будет. Что тут за прицел-то? О, нормально, нормально. Так, нужно, в общем, своих чуваков спасать, которые в плену. Так, еще. Помоги, спасибо, помощник. Ого, 200 метров аж бежать. А чё так долго-то? Ой-ой-ой-ой-ой, что тут происходит? Так, это чё у нас? О-о-о-о, тихо! Ага, я понял. Это бегаем по укрытиям, короче. Так, побежали дальше. Так. Ты чё, козёл, тут лазишь, а? Тихо-тихо-тихо, спи. Так, еще один. Загнать нас в бункер Иоанн. Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Так, да я буду держаться. Где защищаться надо? Сигнальная ракета. Скоро они пришлют подмогу. О, господи! Сектанты вызвали подмогу. А, я типа не могу через это стрельнуть, через заборчик, да? Маленький. За миномет? Он же долго стреляет. Да, минометик такая себе тема. Лучше вот с автоматом.
Так, в смысле сзади? Кто сзади? Кто сзади-то? Так, сейчас, подождите, чувака надо своего спасти. Да подожди ты. Вот и все. Ого, сколько вас здесь. Так, вертолет, давай опускайся быстрее. Давай, чувак, ты где? Где помощник? Я помощник, а это мой помощник. Это помощник помощника, короче. Все, текаем отсюда. Боже, у меня сердце колотится, как бешеное. Блин, помощник! Ты не разрушил туда и спас ваши шкуры. Кто знает, что они хотели с нами сделать? Так, а ты можешь нормально, ровно лететь? Так, и чё, куда летим-то? Они да, жестко тут, жестко. Спасай! Заперев в сраной дыре? Да ну нахер! Эти трусы накинулись на меня толпой! Сказали, что спасают меня! Доверься, мол, отцу! Да кто такой этот отец? Лучше бы пристрелили! Я был зол! Но сейчас я в ярости нахрен! Вот, пересесть можно. От страха люди потеряли последние мозги. ТДМщики этим пользуются. Так, очищение выполнено. Я перед тобой в долгу. Мне нужно проветриться. Я вернусь к сопротивлению. Можешь рассчитывать на мою пушку, пока сраный Иоанн жив. Слава богу, вы выбрались оттуда. Так, ну окей, рассчитываю на твою пушку. Все, теперь можно и цистерны завоевывать.